Здравствуйте, дорогие рукодельницы! Я рада вас приветствовать на своем канале Мир рукоделия и творчества. Сегодня я предлагаю вам связать со мной вот образец такого замечательного узора, который вяжется очень легко и просто. В то же время он такой получается красивый, ажурный и симпатичный. Данный образец уже прошел в ТО, я его отпарила. Сейчас я вам расскажу, из какой пряжи можно связать жилет удлиненный, кардиган, который вы видели на фото в превью. В слайдах перед видео. Вязала я из пряжи Alize Diva Batik. Производство Турция. Метраж у пряжи 100 грамм 350 метров. Состав пряжи 100% микрофибра акрил. Это осенний-летний вариант. На теплую осень еще подойдет такая модель. Также этим узором можно связать из любой пряжи, любой толщины. Средняя из толстой, конечно, где 100 метров в 100 граммах, он, то есть смотреться будет некрасиво, но вот пряжа может быть разная по цвету, то есть может быть секционного окрашивания, однотонная, меланжевая, 100% шерсть, шерсть с акрилом, даже вот акрил неплохо будет смотреться в данной модели жилета. То есть любая пряжа подойдет. Можете вязать из той пряжи, которая у вас есть в наличии. Жилет вяжется очень легко и просто. Вяжите либо половинки, то есть две половинки переда, одна половинка это спинка. То есть полочки со спинкой сшиваете и выполняете плечевые швы. Либо, вот если бы как я бы вязала данную модель по кругу. И уже потом оставляла бы разрезы для рукава и сшивала плечевые швы, и все легко и просто. Выкройку самого жилета кардигана вы найдете в конце видео. И также схему вязания узора тоже будет схема размещена в конце видео. Можете нажать на паузу и вязать. И также все схемы размещены в группе ВКонтакте. Можете их скачать. Вот по этой схеме мы будем вязать. Вязать будем с 1 по 7 ряд. Я буду вязать 2 раппорта в ширину. На схеме вы видите уже здесь. Вот можно посмотреть, что здесь всего лишь один раппорт. Так, вязать буду крючком номер 2. Вот такой вот образец. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, как вам понравился узор или нет. Будете вы вязать таким узором данную модель, которая на фото, или нет? Как вам такой вариант? Хочу узнать ваше мнение. Спасибо, что вы со мной. Приступаем к вязанию. Набрала я цепочку из воздушных петелек. И приступаем к вязанию первого ряда. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6 петелек цепочки отступаем. В седьмую вяжем в каждую воздушную петельку 4 столбика с одним накидом. Одна воздушная петелька, одну петельку цепочки пропускаем. Далее вяжу в каждую петельку цепочки 4 столбика с одним накидом. 4 воздушных петельки, 3 петельки цепочки пропускаем. В каждую петельку цепочки вяжем 4 столбика с одним накидом, 1 петелька воздушная, 1 петельку цепочки пропускаем, 4 столбика с одним накидом в каждую петельку цепочки провязываем, 1 воздушная петелька, 1 петельку цепочки пропускаем и заканчиваем ряд 1 столбиком с одним накидом. Здесь схема дана на один раппорт, вот видно ромбик, вот такой вот ромбик мы с вами полностью свяжем с 1 по 7 ряд. Я хочу связать 2 раппорта, то есть в ширину будет у меня 2 таких ромбика, чтобы посмотреть, каким образом сформируется узор. Давайте приступим к вязанию первого ряда. Так, значит, мы должны
6 петель в цепочке отступить и в седьмую петельку цепочки связать один столбик с одним накидом. 1 2 3 4 5 6 седьмую я вяжу один столбик с одним накидом, потом в каждую петельку цепочки нужно еще связать 3 столбика с одним накидом. В итоге должно получиться 4 столбика с одним накидом. Так, 4 столбика провязала. Одна воздушная петелька. Одну петельку цепочки пропускаем. Раз, пропустила. Во вторую вяжу один столбик с одним накидом. И далее в каждую петельку я должна связать еще 3 столбика с одним накидом. Должно получиться 4 столбика с одним накидом. Сейчас мы свяжем цепочку из 4 воздушных петелек. В этой цепочке мы будем формировать ромбик. 4 воздушных петельки, 3 петельки пропускаем, 1 2 3, и в четвертую я вяжу столбик с одним накидом. Далее вяжем еще 3 столбика с одним накидом, должно получиться 4 столбика с одним накидом. Одна воздушная петелька. Одну петельку цепочки пропускаю. Со второй петельки цепочки вяжу один столбик с одним накидом и еще провязываю 3 столбика с одним накидом. Получается 4 столбика с одним накидом. Так, вот здесь мы будем формировать ромбик. Сейчас, то есть вот у меня получился один ромбик, второй ромбик будем формировать. 1 2 3 4, цепочку с 4 воздушных петелек пропускаем, 3 петельки цепочки, 1 2 3, в четвертую вяжу столбик с одним накидом и еще далее в каждую петельку цепочки провязываем 3 столбика с одним накидом. Получается в итоге 4 столбика с одним накидом в каждую петельку цепочки. Одна воздушная петля. Пропускаем петельку цепочки и во вторую провязываю столбик с одним накидом. И далее вяжу в каждую петельку еще 3 столбика с одним накидом. Получается у нас 4 столбика с одним накидом. То есть вот смотрите, 1 ромбик, 2 ромбик. То есть вот такой вот в ширину у меня будет раппорт. То есть образец, 2 раппорта в ширину. И заканчиваем вязать ряд. 1 воздушная петелька, 1 петельку пропускаем. И заканчиваем ряд одним столбиком с одним накидом. Давайте посмотрим, какая ширина у меня получилась образца. Хотелось бы, чтобы все-таки был квадрат 10 сантиметров, но здесь получается больше. 12 сантиметров, это даже лучше. Так, вот связали мы с вами первый ряд. Вот здесь вот у нас будут формироваться ромбики. 2 ромбика должно получиться. Схема дана на 1 ромбик. Читаем схему 2-го ряда. Читается схема слева направо. 3 петельки подъема. В одну воздушную петельку 1-го ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. Отступаем 2 столбика с одним накидом 1-го ряда. И в следующие 2 столбика с одним накидом провязываем 2, в каждый столбик по 1 столбику с одним накидом. В воздушную петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. В следующие 2 столбика
с одним накидом первого ряда провязываем по одному столбику с одним накидом. 3 воздушных петельки в арку из цепочки из 4 петелек провязываем 2 столбика с одним накидом. Арочка из 3 воздушных петелек, пропускаем 2 столбика с одним накидом, в 3 и в 4 провязываем по одному столбику с одним накидом. Воздушную петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. В каждый столбик предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом. Арочка из 3 воздушных петелек и заканчиваем ряд 2 столбиками с одним накидом. Приступаем к вязанию. У меня 2 раппорта. Ширину на схеме 1. 1, 2, 3 петельки подъема. Разворачиваю вязание. Воздушную петельку первого ряда провязываю 1 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки цепочки. Далее должны пропустить 2 первых столбика, то есть 1, 2. Пропускаем. В третий вяжем 1 столбик с одним накидом. В четвертый столбик первого ряда вяжем 1 столбик с одним накидом. Воздушную петельку первого ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее в первый столбик вяжем 1 столбик с одним накидом. Во второй столбик первого ряда вяжем 2 столбик с одним накидом. Так. 3 петельки цепочки, 2, 3, 3 воздушных петельки, получилась у нас цепочка из 3 петелек. В арочку из 4 петелек первого ряда провязываем 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки, пропускаем первых 2, первый, второй пропускаем столбики, в третий мы вяжем 1 столбик с одним накидом, в четвертый столбик вяжем 1 столбик с одним накидом, в воздушную петельку вяжем 2 столбика с одним накидом, так, в первый столбик предыдущего ряда вяжем 1 столбик с одним накидом, во второй столбик вяжем 1 столбик с одним накидом, третий, четвертый столбик пропускаем, оставляем без внимания. 3 воздушные петельки. 1, 2, 3. В арочку из цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом. Провязали. 3 воздушных петельки. Пропускаем 1, 2. 3, 4. Вяжем по одному столбику с одним накидом. Цепочку из одной воздушной петельки провязываем 2 столбика с одним накидом, вяжем в каждый столбик по одному столбику с одним накидом, связали 2 столбика с одним накидом в первый столбик и во второй, в третий и четвертый оставляем без внимания. 3 воздушных петельки. И вот таким образом провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Просто вот в эту арочку провязали и закончили вязание второго ряда. Вот здесь вот у нас будут формироваться ромбики. Там, где связано 2 столбика с одним накидом. Читаем схему третий ряд. 3 воздушных петельки. В арочку из цепочки из 3 воздушных петелек провязываем 3 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки. 2 первых столбика пропускаем. В 3 и 4 вяжем по одному столбику с одним накидом. 3 воздушных петельки. 2 столбика пропускаем. И вяжем в арочку из цепочки 2 столбика с одним накидом. И в каждый столбик вяжем по столбику с одним накидом. В арочку из цепочки вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Получается у нас 6 столбиков с одним накидом. 3 воздушных петельки. 2 первых столбика пропускаем. В 3, 4 вяжем по одному столбику с одним накидом. 3 воздушных петельки. 2
пропускаем столбика и варочку из цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом, и в каждый столбик получается еще вяжем по одному столбику с накидом, получается 4 столбика с одним накидом. Схема дана для одного раппорта. Так, я вяжу 2 раппорта в ширину. 1, 2, 3 петельки подъема. В столбик с одним накидом провязываю 1 столбик с одним накидом. Варочку из цепочки из 3 петелек провязываю. Так, здесь получается 1 столбик с одним накидом. Так, и второй столбик с одним накидом. То есть варочку мы свяжем 2 столбика с одним накидом. 3 цепочки из 3 воздушных петелек. Первых 2 столбика я пропускаю. 1, 2. В 3 и 4 вяжу по одному столбику с одним накидом. 3 воздушных петельки. Варочку из цепочки из 3 воздушных петелек я провязываю 2 столбика с одним накидом. В каждый столбик с одним накидом второго ряда вяжу по одному столбику с одним накидом. Варочку из цепочки из 3 воздушных петелек вяжу 2 столбика с одним накидом. В итоге должно получиться 6 столбиков с одним накидом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 воздушных петельки. Первых 2 столбика пропускаю. В 3 и 4 вяжу по одному столбику с одним накидом. Три воздушных петельки. 1, 2, 3. Варочку из цепочки из 3 петелек предыдущего ряда провязываю 2 столбика с одним накидом. В каждую вершину столбика с одним накидом предыдущего ряда вяжу по одному столбику с одним накидом. Варочку из цепочки из 3 петелек вяжу 2 столбика с одним накидом. 3 петельки пропускаю. Набираю 3 петельки воздушных. Пропускаю 2 столбика с одним накидом. И в 3 и в 4 провязываю по одному столбику с одним накидом. Три воздушных петельки. 1, 2, 3. Варочку из цепочки из 3 петель предыдущего ряда провязала 2 столбика с одним накидом. И в каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда провязываю по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 4 столбика с одним накидом. Закончили вязать третий ряд. Читаем схему четвертого ряда. 4 воздушных петельки подъема. 4 столбика с одним накидом. Начинаем вязать с третьего столбика в каждый столбик, и также воздушные петельки из 3 петелек мы провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 4 воздушных петельки. Варочку из цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом. Далее вяжем в 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда вершину по столбику с одним накидом. 1 воздушная петелька, 2 столбика с одним накидом третьего ряда пропускаем, и следующие столбики провязываем по одному столбику с одним накидом. Варочку из цепочки третьего ряда провязываем по 2 столбика с одним накидом. 4 воздушных петельки. Варочку из цепочки из 3 воздушных петелек провязываю 2 столбика с одним накидом. И в каждый столбик провязываем по одному столбику с одним накидом. То есть первые 2 1 воздушная петелька, и заканчиваем ряд столбиком с одним накидом. Так, приступаем к вязанию четвертого ряда. 4 петельки подъема. 1, 2, 3, 4. Пропускаем 2 первых столбика. 1, 2.
в третий и четвертый вяжем по одному столбику с одним накидом. Связали, теперь в арочку из 3 воздушных петелек провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Должно получиться 4 столбика с одним накидом. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. В арочку из цепочки предыдущего ряда, который состоит из 3 петелек, провязываем 2 столбика с одним накидом. В первый и второй, во второй столбик предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 4 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. Пропускаем 2 столбика. 1, 2. И в последних 2 провязываем 2 столбика с одним накидом. В цепочку из 3 воздушных петелек провязываем 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. Так, здесь вот у нас идет переход, то есть здесь надо 4 воздушные петельки. Так, 1, 2, 3, 4. 2 столбика с одним накидом. В арочку из цепочки из 3 воздушных петелек. В первых 2 столбика провязываем по одному столбику с одним накидом. Так, 1 воздушная петелька, 2 столбика пропускаем. В следующих 2 провязываем по одному столбику с одним накидом. В арочку из цепочки из 3 петелек предыдущего ряда провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 4 воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. Пропускаем вот этих 2 столбика с одним накидом предыдущего ряда. И в арочку из цепочки из 3 петелек вяжем 2 столбика с одним накидом. В первых 2 столбика вяжем по одному столбику с одним накидом. Так, вот у нас 4 столбика получилось. 1 воздушная петелька, 1 столбик пропускаем и заканчиваем вязание одним столбиком с одним накидом. В итоге у нас связалось 1, 2, 3, 4 ряда. Читаем схему 5 ряда. 3 воздушных петельки. В воздушную петельку 4 ряда провязываем 1 столбик с одним накидом. В первых 2 столбика провязываем по одному столбику с одним накидом. 3 воздушных петельки. В арочку из цепочки из 4 воздушных петелек провязываем 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки. В третий и четвертый столбик вяжем по одному столбику с одним накидом. Воздушную петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. В первый и второй столбик с одним накидом предыдущего ряда вяжем по одному столбику с одним накидом. В итоге должно получиться 6 столбиков с одним накидом. 3 воздушные петельки в арочку из цепочки из 4 воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки, первых 2 столбика пропускаем, в третий и четвертый вяжем по одному столбику с одним накидом. Воздушную петельку вяжем 1 столбик с одним накидом и заканчиваем ряд одним столбиком с одним накидом. Здесь вот 5 ряд, здесь вот ошибочка, здесь должна быть цифра 6. Так, давайте я исправлю. Схема с ошибкой сделана. Так, приступаем мы с вами к вязанию 5 ряда. Так, 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Разворачиваю вязание. Вот воздушную петельку провязываем 1 столбик с одним накидом. Далее, значит, 1 столбик пропускаю я. Так, здесь не, получается не пропускаю, а вяжу 1 столбик с одним накидом. Не тот ряд посмотрела. Прошу прощения. Так, в первых 2 мы связали по одному столбику с одним накидом. Третий и четвертый ряд пропускаем без внимания. 3 воздушных петельки. В арочку из цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки. 2 первых столбика пропускаем. И в третий и четвертый вяжем по одному столбику с одним накидом. Воздушную петельку провязываем 2 столбика с одним накидом. В
Первых два столбика провязываем по одному столбику с одним накидом. В итоге у нас должно получиться 6 столбиков с одним накидом. Три воздушных петельки. Раз, два, три. В арочку из цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки. 2 первых столбика пропускаю. В третий, четвертый вяжу по одному столбику с одним накидом. Там, где у нас была связана в четвертом ряду воздушная петелька, вяжем 2 столбика с одним накидом. В первый и второй провязываем по одному столбику с одним накидом. Третий, четвертый столбик оставляем без внимания. 3 воздушных петельки. Вяжем в арочку из цепочки 2 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки, первых 2 столбика пропускаем и далее мы вяжем в каждый столбик по одному столбику с одним накидом. Должно получиться у нас 4 столбика с одним накидом. Связали 5 рядов в высоту. Так, вот здесь вот формируются уже ромбики. Вот если вот присмотреться, то видно вот окошечко. Вот здесь такое получилось. Сейчас мы будем вязать. Еще свяжем 2 ряда. И уже у нас сформируется с вами рисунок ромбиков. И это будет у нас завершение первого раппорта в высоту. Читаю схему 6 ряда. 3 воздушных петельки. Во второй столбик провязываем 1 столбик с одним накидом, 3 воздушных петельки, 2 столбика пропускаем, в арочку из цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом, в вершину двух столбиков, то есть в каждого столбика с одним накидом предыдущего ряда провязываем по одному столбику с одним накидом, в арочку из цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом, 3 воздушных петельки, 2 столбика пропускаем. В средний провязываем по одному столбику с одним накидом. В итоге должно получиться 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки. В арочку из цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом. В вершину столбиков с одним накидом провязываем по столбику с одним накидом. В арочку из цепочки 3 воздушных петель провязываем 2 столбика с одним накидом. 3 воздушных петельки цепочки и... Заканчиваем вязание 2 столбиками с одним накидом. Вяжем 6 ряд. Так, 3 воздушных петельки подъема. 1, 2, 3. Это у нас считается как за столбик. Во второй столбик, вершину второго столбика, вяжем 1 столбик с одним накидом. Цепочку из 3 воздушных петелек связали. В арочку цепочки провязываю 2 столбика с одним накидом. Каждый столбик с одним накидом предыдущего ряда вяжу по одному столбику с одним накидом. В арочку из цепочки провязываю 2 столбика с одним накидом. 3 цепочки из 3 воздушных петелек. Пропускаю 2 первых столбика, в третий и четвертый вяжу по одному столбику с одним накидом. Цепочку из 3 воздушных петелек. 1, 2, 3. В арочку цепочки из 3 воздушных петелек вяжу 2 столбика с одним накидом. В каждый столбик вяжу по одному столбику с одним накидом. В арочку из цепочки вяжу 2 столбика с одним накидом. В итоге должно получиться 6 столбиков с одним накидом. Так вот у нас, если посмотреть, сформировался ромбик. Вот если вот приглядеться. Вот он. Один ромбик. Сейчас будем вязать второй ромбик. 3 воздушных петельки. Первых 2 столбика пропускаем. В третий, четвертый вяжем по одному столбику с одним накидом. 3 воздушных петельки. В арочку из цепочки провязываем 2 столбика с одним накидом. Далее в каждый столбик вяжу по одному столбику с одним накидом. В арочку из цепочки провязываю
И еще 2 столбика с одним накидом. В итоге должно получиться 6 столбиков с одним накидом. Заканчиваем вязание цепочкой из 3 воздушных петелек. Пропускаем первых 2 столбика и в 3 4 вяжу по одному столбику с одним накидом. Вот закончили вязать 6 ряд. Сейчас свяжем заключительный. Это будет 7 ряд. 7 ряд это повторение первого ряда. 8 ряд это повторение второго ряда и так далее. Таким образом выглядит образец. Сейчас закончим 7 ряд и далее я буду вязать за кадром. Читаю схему 7 ряда, завершающего, то есть вот в этой схеме. И далее уже будете вязать сами, начиная со второго ряда повторять узор. 3 воздушных петельки подъема, 1 соединительная петелька. В арочку из цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом. В первых 2 столбика 6 ряда провязываем по одному столбику с одним накидом, 1 воздушная петелька. 3 4 столбик пропускаем. В 5 6 вяжем по одному столбику с одним накидом. В арочку из цепочки вяжем по одному столбику с одним накидом. Цепочка из 4 воздушных петелек, вот этих 2 столбика пропускаем. В арочку из цепочки из 3 петелек вяжем 2 столбика с одним накидом. В первый, второй столбик провязываем по одному столбику с одним накидом, 1 воздушная петелька. Так, это у нас 1, 2, 3, 4. В 5 и 6 вяжем по одному столбику с одним накидом. В арочку из 3 воздушных петелек вяжем по одному столбику с одним накидом. Должно получиться у нас еще 2. Здесь вот в итоге 4. 1 воздушная петелька и заканчиваем ряд столбиком с одним накидом. Так, значит, начинаем вязать с 3 петелек подъема. Это считается как за 1 столбик. 1, 2, 3 и 1 соединительная петелька. То есть воздушная петелька. То есть получилась у меня цепочка из 4 воздушных петелек. В арочку, там где у нас было 3 петельки, в 6 ряду вяжу 2 столбика с одним накидом. В первый и второй столбик вяжу по одному столбику с одним накидом. Должно получиться 4 столбика с одним накидом. 1 воздушная петелька. 3 и 4 столбик пропускаем. В 5 и 6 вяжу по одному столбику с одним накидом. Так, в арочку из цепочки вяжем еще 2 столбика с одним накидом. Здесь вот у нас уже, видите, формируется еще один ромбик смежный. Так, 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. Получилась у нас цепочечка из 4 воздушных петелек. Пропускаем 2 столбика с одним накидом. В арочку провязываем 2 столбика с одним накидом. В первый и второй провязываем по одному столбику с одним накидом. 1 воздушная петелька. 3, 4 пропускаю. В 5 и в 6 вяжу по одному столбику с одним накидом. В арочку из цепочки вяжу еще 2 столбика с одним накидом. Должно получиться 4 столбика с одним накидом. Цепочка из 4 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4. Вот этих 2 столбика оставляем без внимания. И в арочку из цепочки предыдущего ряда вяжу 2 столбика с одним накидом. В первый и второй столбик провязываю по одному столбику с одним накидом. 1 воздушная петелька. 3, 4 столбик пропускаю, в 5, 6 вяжу по одному столбику с одним накидом. В арочке из цепочки провязываю еще 2 столбика с одним накидом. Должно получиться 4 столбика с одним накидом, 1 воздушная петелька и заканчиваем ряд. То есть вот этот столбик пропускаем и провязываем 1 столбик с одним накидом. Последний, вот где вот там, где у нас были петельки подъема. Связали мы с вами один раппорт в высоту. Я сейчас свяжу образец. Наверное, у меня скорее всего получится 2,5 раппорта в высоту. Сформирую образец в форме квадрата, чтобы посмотреть, измерить образец, стороны, высчитать. Может быть, кто-то будет вязать из пряжи таким же метражом. Сколько петелек вам набирать для готового изделия. Узор, как вы видели, вяжется очень легко, просто, быстро. Ну, тут просто очень легко ориентироваться по ромбикам. Тут вяжется 2 вот основных ромбика и вот уже формируются смежные ромбики по бокам. То есть вот здесь уже будет 3 ромбика.
Раз, два, три. Здесь два. А в следующем рапорте уже будут три ромбика в ширину. Приступаю к вязанию за кадром. Связала я вот такой образец. Отпарила его. До отпаривания у меня были размеры 11,5 на 11,5 сантиметров. После отпаривания у меня образец, все петельки выровнялись, встали на свое место. Он более такой стал тоньше по текстуре, фактуре. Не такой объемный узор. Ну, это все зависит от пряжи, потому что я вязала из пряжи, называется название пряжи Diva Batik, торговая марка Alize, производство Турции. Это 100% микрофибра акрил, 100 грамм 350 метров. Может быть, кого-то заинтересует эта пряжа, даже могу вам сказать цвет пряжи, вот если он сейчас, я его найду. Все, он есть в продаже. Так, вот цвет, именно такой цвет, номер 4574. Бежевый, белый и мальва. Alize Diva Batik. 100% микрофибра акрил. То есть вообще, в принципе, акрил нежелательно гладить и отпаривать, но Диву Batik, то есть пряжу Дива, есть разновидность Дива, Дива Бэйби, Дива Batik. Я всегда отпариваю, потому что она себя непредсказуемо ведет. То есть предварительно, перед тем, как вязать какую-либо серьезную вещь, необходимо связать образец и отпарить. Обязательно проводите в ТО. Вот сейчас даже для интереса мы с вами посмотрим, после какие размеры у нас получились образца после того, как я провела отпаривание. До этого повторю вам, что был образец 11,5 на 11,5 сантиметра. В ширину 2 рапорта. Раз, два. В высоту у меня получилось 2 полных ромбика и 1 половинка. То есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 рядов в высоту. Так. И посмотрим размеры уже образца, который прошел обработку тепловую. Вот смотрите, было у меня до отпаривания 11,5 сантиметров, стало 13 сантиметров. Вы представляете, насколько изменился образец после обработки паром? И то есть даже вот если постирать и потом погладить, все равно, то есть уже если вот это не сделать, все расчеты предварительные перед вязанием вещи, в итоге, после того, как мы ее свяжем, постираем, у нас вязаное полотно, то есть готовое изделие, может быть, неприятно удивит. Здесь вот в высоту у меня получилось 12 сантиметров, а было 11,5. То есть высоту у меня образец увеличился на 5 миллиметров, а в ширину, то есть если было 11,5, то стало 12,5 на 1 сантиметр, то есть увеличение размера связанного образца. Вот таким образом выглядит узор. То есть кто любит геометрию, так, этот узор для вас. Посмотрите, как красиво выглядит. Смотрится узор на связанном образце. Вы можете связать данным узором жакет, кардиган с рукавами, без рукавов, либо на той, аналогично той модели, которая представлена на фото. Жилет вяжется очень легко и просто. Можете вязать по кругу, можете вязать как бы отдельными половинками, то есть связать две половинки переда и одну половинку спинки и сшить. Либо я бы, вот если, допустим, вязала, я бы связала по кругу, просто потом, где линия рукава, оставила проймы для рукавов и уже потом вязала спинку отдельно, полочки отдельно, и уже соединила все вместе, сделав плечевые швы.
так вязать быстрее и удобнее. Ну, это как вам больше нравится, можете по половинкам вязать. Вяжется все очень просто и быстро. Просто прямым полотном сшиваете плечевые швы, внизу украшаете бахромой. Это на любителя, кто любит бахрому. Привязываете бахрому. И можно так оставить, и будет очень красиво и миленько. Так как погода сейчас нас не радует своей теплотой, а дожди и очень холодно, давайте будем с вами уже начинать утепляться с августа месяца. Если у вас холодно на работе, в офисах, в помещениях, где вы проводите основную часть своего времени, свяжите себе такой очень красивый кардиганчик, жилет удлиненный, можно даже короткий связать, и вам будет тепло, в то же время вы очень получится у вас очень красивая вещь. Данную модель можно связать из любой пряжи по составу и толщине. Я думаю, этот рисунок будет смотреться неплохо в любых вариантах. И как в толстой пряже, и в средней, и тонкой. Здесь метраж у пряжи довольно-таки большой, в 100 граммах. У Дивы батик так, 350 метров. Так, сейчас я уточню. 350 метров. Можно связать из пряжи любого состава. Вот здесь вот полушерсть, то есть здесь акрил с шерстью. Можно связать из 100% акрила. Можно связать из 100% шерсти. То есть какая у вас пряжа есть в наличии. Можно из однотонного окрашивания, либо секционного, меланжевого. Я думаю, что в любом варианте данная модель будет смотреться просто шикарно. Узор очень легко вяжется. Такая вот геометрия получится у вас в итоге. И я считаю, что очень миленький такой, симпатичненький узор. А как вам? Понравился или нет? Я специально подбираю вам легкие узоры, потому что у меня среди подписчиц очень много начинающих вязальщиц. И так как постоянно я в комментариях вижу, что просят меня организовать мастер-класс с полным описанием вязания той либо иной модели. Но я подобрала в этот раз модель, которая вяжется легко и несложно. Там просто полотном прямым и сшиваются плечевые швы и все готово. Раз, два и готово. Схема и выкройка кардигана либо жилета вы найдете в конце видео и также в группе ВКонтакте. Все схемы на мои мастер-классы размещены там. Можете подписаться. Группа открытая, свободный доступ всем. Смотрите видео мастер-классы и вяжите со мной по схемам и по видео мастер-классам. С вами была Елена. Подписывайтесь на мой канал, включайте колокольчик, чтобы не пропустить новую полезную информацию. Также новые мастер-классы, которые выходят практически каждый день. Также делаю распаковку заказов с пряжи и обзоры пряжи. Не только вязание на моем канале. С вами была Елена. Всем пока-пока. До новых встреч.